они будут делать по отношению Луганской и Донецкой республики. Это первое. Второе. Вот, наконец-то, недавно Следственный комитет разродился и возбудил уголовное дело о геноциде русскоязычного населения на Донбассе. Сколько раз говорилось, а может, пора в Госдуме принять постановление геноцида русских на Донбассе, потому что все, кто там жил, они русские. И это очень сильно предлагает. Все, хватит иллюзий. Были иллюзии, что вот Минск, там еще нормально. Нету иллюзий. Вот после сегодняшнего дня иллюзии исчезли. Поэтому пора переходить и в идеологическую атаку. И, наконец, самое главное. Сейчас все будет решаться. Кто...